Так, идем в другой магазин. Продуктовый «Меркурий» называется в Леваде. Здесь тоже продаются морепродукты. Без масок, вот не входить. Какие маски у нас? Нет масок. Вот у нас морепродукты. Ценники на них. ₽241. Такая маленькая. О, сколько тут рыбы. 1400. Кальмар сушеный 3000. О. 1900 копченый кальмарчик. Минтай 650. Как раз поставка. Головы, камбала сушеная 1000. Корюшка 2000. Горбуша сушеная 2000. Зубарь 1150. Кита теша 1000-1300. Стейк киты. Иваси 2200. 220. Голова палтуса 1650. Иваси. Все, аж глаза разбегаются, пахнет очень вкусно, все свеженько. Народу вон сколько. Шея 600 рублей. Кижуч. А вот снизу нерка 850. Окунь 400. Окунь 300. Палтус. И палтус 250. Здесь крабы продаются. Вон 450 рублей штука. Волосатик. Крабовое мясо, смотрите, какое старое, заветренное. По 4000 килограмм. Гребешок. Курочка, ребрышки. Вот креветка 2200. Мороженое. Гребешок 1700. Еще креветка. Вот. Свежий гребешок. 500 рублей штучка, да? 159 рублей. 600 рублей креветка. Сосиски. Гребешки классные, большие. Красота. А вам это не спасает, да? Деликатесы морские. Слюнки текут. Чили местный, приморский, ливадийский. Есть свежий гриб? Вот йогурт сверху, вот этот сердечный, такой изготовлен. Тунец. Кальмарчик. Все такое. Супер крутое. В общем, вот такой классный продуктовый магазин «Меркурий», который рядом с Винлабом находится, в центре Левадии. Вот, пивотека есть рядом, мы открылись. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вам не сложно, мне приятно. Вот актуальные цены в Левадии.
в центре курортного поселка. Для туристов, для местных вы можете увидеть у меня на канале. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вам не сложно, мне приятно. Спасибо за внимание.